Шо, как рыба клюет? Стас, как часто ты выбираешься на зимнюю рыбалку? Это второй раз. Мотылечек, покаточек, все дела. Жмакаю, чтобы он не убежал никуда. Не знаю, насколько это эффективно будет. Куда-то не гоняюсь, чтобы ехать куда-то далеко-далеко. Что, вообще реально там что-то поймать? Серьезную такую рыбешку? Ну, серьезную, может, и нет. По-серьезным у нас жерлицы стоят вон. Кайф не в том, что ты наловишь рыбу. Сам кайф процесс. Сидеть, да, отдыхать. Хорошие времена тут, ну, то есть даже год назад хорошо ловилось. Хорошо закормил кормовым мотылем, сел в палаточке себе, пьешь кофеечек и кайфуешь, и ждешь. Все так прекрасно. А как оттуда вообще вытянуть рыбу? Там стоит дырка маленькая вообще. Не, ну так у тебя же не будет рыба мега большая. Что там тут поблещик? Ну рыбаки, короче, поймут. Что там, Стас, клюет? Да ничего не клюет, но мы в ожидании, в поисках. Рыбы. Сколько ты тут давно уже сидишь? На пару часиков. Что, может, бутербродик, пацаны? Да не, спасибо, пока не. Не, не хотите? Ну, когда же опять-таки у тебя время есть, понимаешь? А когда у тебя жопа по работе, то есть у нас с вами, например, был день Ютуба, суббота, да? То есть мы где-то в какие-то локации передвигались, что-то снимали. Завтра, например, день расписанный. Завтра там и тренировки, и надо и с семьей провести время. То... Постараюсь, конечно, завтра еще может тоже выбраться, но думаю, что завтра это будет типа домашний такой день. Ну, сегодня сейчас только 12 почти, то я думаю, до вечера что-то где-то да и себя проявит. По-другому быть не может, должно проявить.